Вітаю. В ефірі «Тема дня». В гостях у нас сьогодні завідуюча кафедрою технології вина та сенсорного аналізу Одеської національної академії харчових технологій Оксана Ткаченка та декан факультету технології вина та туристичного бізнесу Ганна Саркісян. Оксана, Ганна, вітаю вас в нашій студії. І в Одесі є дійсно унікальне обладнання, унікальна лабораторія, і зараз це вже і унікальний напрямок освіти – сенсорний аналіз, який, до речі, мав значну роль у конкурсі вина, який проводився нещодавно в Одеській залів. Взагалі, що таке сенсорний аналіз? Сенсорний аналіз – це інструмент. Інструмент дуже серйозний, потужний для розвитку бізнесу, причому будь-якого бізнесу. Не тільки вина, дуже часто почему-то зв'язують, якщо це дегустація, то це обов'язково вино. Совершенно ні, це таке направлення сучасне, як еногастрономічні пари і взагалі гастрономічні пари, тобто це ресторанний бізнес, але в цілому тестується все, навіть авіалінії і нові марки машин. Тому це дуже універсальний інструмент для розвитку бізнесу. І це обладнання, якому немає аналогів в нашій країні, так? Це обладнання, це лабораторія, яку ми створили 3 роки тому, і вона вже 3 роки функціонує, тобто ми не сирі. І найголовніше, це все-таки не обладнання, а це методологія. А вот над этим мы работали в течение, наверное, лет 5, может быть, даже и больше. То есть, как бы, сенсорный анализ – это люди, потому что инструментом в этой лаборатории являются люди. А люди, они уже готовятся, они разделяются на уровни, они выполняют разные задачи. Но это самая главная задача лаборатории сенсорного анализа – получить ответ от человека, как конкретный потребитель или группа потребителей оценивает то, что предлагает бізнес, як новий продукт. І якщо йде мова про людей, то зараз, саме цього року, з'явився новий напрямок в освіті. Тобто це окремий фах у перечні цих напрямків, які зараз обирали студенти, які обирали своє майбутнє, абітурієнти, які обирали своє майбутнє. А ви розробляли ці навчальні плани, так? Тобто це зараз тільки з'явився цей фах, так? Да, уникальная возможность в нашей академии сегодня получить современнейшую специальность. В рамках специальности 181 пищевые технологии, образовательная программа «Сенсорный анализ в пищевых производствах». Это уникальная возможность для абсолютно любого гражданина України і не тільки, повисить свої навики. Тобто мова йде не тільки про абітурієнтів, випускників шкіл, так? Мені здається, зараз вони вже написали всі заяви, вони вже здали документи, але якщо ось зараз вони вже написали документи, а що зараз робити, якщо вони дізнались про таку нагоду, вона тільки з'явилась? У них є можливість на протяжении всього літа і навіть до 10 сентября ще прийти к нам на канатну 112 в Одесскую национальную академию пищевых технологий, подать документы, потому что в этом году министерство позволяет сдавать экзамены вот в 4 сессии. То есть у них есть все шансы стать одним из счастливых обладателем первых дипломов специалистов, экспертов по сенсорному анализу. Демо про программу бакалавра, так? И про программу бакалавра, да, они учат базовые пищевые технологии, и в магистратуре они изучают конкретно, углубленно сенсорный анализ пищевых технологий. Магистратура, я разумею, что это на базе будь-якой освіти, чи все ж таки... Да, абсолютно с любой специальностью, потому что это очень актуально и в журналистике, и в менеджменте, и в экономике, и в отельно-ресторанном бизнесе, и туристическом направлении. Абсолютно везде человек на сегодняшний день должен быть грамотен. Грамотен в правилах потребления пищи, грамотен в распознании качества любого продукта пищевого. Это сейчас очень актуально. Актуально. Да. А действительно, такие напрямки, для кого він важливий і ким будуть ваші ці майбутні випускники? Тобто, ну, ще не було випуску, і ще ви тільки набираєте цих людей. Тобто, що вони будуть робити у своєму житті?
Интересный вопрос, потому что мы, когда разрабатывали эту программу, мы как раз впервые в Украине так ее построили, чтобы человек, который к нам поступает, он не просто получил диплом, пускай даже это первый в Украине, да, то есть совершенно новая специальность, конкурентно востребована. И самое главное, это то, что человек будет работать над своим собственным проектом. Вот какая у нас идея, да? То есть первый год студенты получают аудиторные знания, то есть они получают знания, которые на втором году обучения они уже имплементируют в то направление, которое им интересно. Ну, например, к нам поступает студент, у которого есть желание делать вино. Какое вино? Сегодня на рынке очень много вина. И нужно конкурировать и с европейскими брендами, нужно конкурировать и внутри страны. И мы даем возможность построить, отстроиться, да, сказать, чем твое вино отличается от других вин, да, чем ты можешь быть интересен. То есть мы даем возможность построить новый продукт, который будет способен конкурировать с другими продуктами аналогичными на рынке. Вот какая основная идея. Не диплом дать в руки, а дать хорошо работающий бизнес. И я разумею, что мова идет не только про вино, так? Тобто, конечно. Безусловно, любой пищевой продукт, потому что даже в маркетинге очень актуально использовать сенсорный анализ как инструмент продаж любого пищевого продукта, будь то круассаны или любые другие продукты, мясные, молочные, и ну, здесь нет ограничений. Яким чином самый застосовывается сенсорный анализ, даже в маркетинге? Прежде всего, выявление вкусовых предпочтений потребителя. Такие сессии уже проводятся, такие проекты уже осуществляются с различными предприятиями отрасли Украины на заказ, и в следующем году это будут международные проекты. Есть возможность организовывать сессии не только с профессиональными экспертами, но еще с обычными потребителями. Це дуже когда важливо, они в нашей лаборатории, вони дуже, да. Дуже... Ну, я поясню, да, немножко, да. Смотрите, я, например, поехала куда-то отдыхать за границу, и я там что-то попробовала, и мне это очень-очень понравилось. Это хочется было, тут також отриматься. Это очень вкусно, и ты думаешь, ну, вот как бы это совсем не сложно, вот это вот все сделать, воплотить. Я приезжаю сюда, я построю всю эту технологическую линию, я получаю продукт, а продукт не продается. Почему он не продается? Да потому что потребитель, у него нет той эмоции, да, и это продукт, который, например, имеет какие-то там специи там, или какие-то в составе своем ингредиенты, которые не нравятся потребителю. Наши не звыкли люди. Да, то есть то, что нравится тебе, и то, что тебе кажется, что это будет хорошо, совершенно не факт, что это будет действительно так. Поэтому мы уже сделали несколько таких проектов, в которых принимали участие потребители, и именно они давали ответ, это нравится или не нравится. Такая фокус-группа, так? Да. Ну, в какой-то степени да. Вы знаете, я еще бы очень хотела сказать, что для меня важен этот проект, вообще сенсорный анализ, и то, что мы делаем в Академии, важен с социальной точки зрения, потому что когда я вижу людей, обычных людей, это могут быть группы из врачей, это могут быть сотрудники банков, у нас совершенно разных профессий люди приходят, и когда они садятся в нашей лаборатории и начинают работать вот этим самым инструментом, вот этим самым сенсорным инструментом, я вижу, какое иногда у них вот, ну, как бы такое прозрение, положительная эмоция. То есть как бы мы, наша работа направлена на то, чтобы давать людям положительные эмоции от совершенно обычных вещей. Это смаку хлеба, это, сыра, чевина, так? Это важно. Не механически обедать и кушать, потому что тебе нужно просто-напросто утолить голод, а получать удовольствие от этого. Это то, что в Европе называется dolce vita. Да, то есть как бы получение удовольствия от очень простых вещей. И это хорошо для просто пересечных громадян нашей страны. И еще одна цель получения диплома – это совершенствование себя. Это познание вкусов новых, познание технологий. Тобто ви чекаєте не тільки випускників шкіл, а… Безусловно, это обычный, что называется, пересечный громадян, который хочет стать более…
Ну, в этом осведомленнее. Ну, разбираться в качестве але продукту. Але якщо він все ж таки, ну, планує розвивати свій бізнес, що стосується якогось виробництва якоїсь продукції харчової, да, так? Да. А щодо перспектив, учбовий план магістратури, він також побудован спеціальним чином, щоб в них була не тільки теорія, але й багато часу на практику. Яким чином вони будуть використовувати цей час? В основі построєння учебного плана була проделана огромная робота. Каждый із нас їздив в професіональні поїздки. Ми осуществили международные стажировки. В передовых странах мира это прежде всего Франция, Италия, Германия. Вы выкладачи, так? Да, Оксана Борисовна летала в Аргентину даже за опытом. Мы очень не ленивые, да, как бы мы понимаем, что все сейчас движется со скоростью, с космическими скоростями, и в том числе знания новые. Невозможно выучить когда-то, защитить диссертацию и считать, что ты... Почивать на лаврах. Да, что ты можешь что-то сказать сегодняшней молодежи и чем-то их увлечь. Совсем нет, сегодня любую информацию можно получить в Гугле, да? А преподаватель нужен как раз именно для того, чтобы раскрутить какой-то, найти в каждом студенте то, что ему интересно, и направить его на получение этих знаний. И эмоция, конечно. Сегодня преподаватель должен давать эмоцию. Мне кажется, вы заряжаете этими эмоциями на все 100. Должен давать эмоцию. Какую эмоцию? Я хочу знать больше. Потому что сегодня без знаний очень сложно в мире бизнеса. Поэтому в основе такой программы были только современные тенденции, только инновационный подход. Все те мировые программы, которые мы рассмотрели, мы взяли их за базис, и у студента будет возможность поехать по академической мобильности, учиться по программе двойных дипломов. На сегодняшний день это осуществимо. И если сейчас... То есть у вас эти связи уже налажены? Они уже, да, они уже налажены. И те студенты, например, которые мы уже знаем, у нас есть заявки на этот курс в сенсорный анализ в пищевой промышленности. И ребята, которые готовились уже к этому, они уже имеют план работы с университетами в Анже, это Франция, и вторая студентка сейчас сразу же, они, ну, мы считаем, что они уже студенты, они закончили бакалаврат и вот сейчас поступают, сдают экзамены. И мы планируем их академическую мобильность уже на первом году вот в Германии, в Гезенхайме университете, з которым ми сотрудничаем, і во Франції. Ну, тобто це магістри, а ну, в мене таке суто прикладне питання. Якщо людина має диплом там, філолога, чи може вона прийти? Мені здається, все ж таки, ну, це знання хімії, це якісь, тобто, ну, харчова промисловість, вона потребує спеціальних знань. У нас поступает один абитуриент с дипломом филолога, и это японский язык, и мы уже с этим абитуриентом работаем, и, скорее всего, мы будем предлагать его кандидатуру на стажировку в университете Киото, который тоже является нашими партнерами. В этой науке, это наука, которая в себе объединяет очень много, это такой микс, который построен прежде всего на технологиях, да, но это не суть такая глубокое знание технологии, да, прежде всего это понимание психологии, это, ну, по сути, как такой пул когнитивных наук, прежде всего. А технологии и химии, да, она нужна, но она прикладная, и это не такой большой объем, это не значит, что для того, чтобы разбираться в сенсорном анализе, необходимо пройти все химии или, например, там, быть обязательно инженером. Нет, для того, чтобы стать специалистом в сенсорном анализе, необходимо желание. Желание, прежде всего, познавать себя и через познание себя строить свою жизнь і строить свій бізнес. Це дуже цікаво. Давайте нагадаємо ще раз, вже наприкінці. Дійсно, строки, в які приймаються документи на фах бакалавра, на фах, ну, бакалавр, мені здається, вже все. Тобто... А на бакалавра, якщо нас на контрактну форму обучення, ми також чекаємо ще до 10 сентября. І то ж саме на образовательний рівень магістра, теж ми чекаємо ще до сентября місяця, на протяженні всього літа. Наш
наши сотрудники работают, ждут всех-всех заинтересованных, абсолютно разных людей, разных профессий. Мы уверены, что мы дадим возможность открыть людям новые грани даже в их профессиональной деятельности и дадим перспективное будущее. Для... А від цих людей, мені здається, ну, потрібно в першу чергу бажання. Безусловно. Да, желание прежде всего и желание участвовать в процессе не пассивно. Мы хотим, чтобы наши студенты принимали участие во всех исследованиях, которые мы уже запланировали. У нас практически весь год уже расписан. В следующем году мы принимаем вообще просто всемирный конгресс ученых, которые работают в области вина и в том числе сенсорного анализа. Поэтому каждый студент, который к нам приходит, он будет иметь индивидуальный план работы, и каждый сможет встретить своего преподавателя, возможно, еще одного преподавателя нового, с которым он будет сотрудничать в любой точке земли, которую он выберет. На самом деле это так, потому что нашими партнерами являются вузы как в Европе, Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия. Япония, я бы сказала. И Япония, Австралия, в Соединенные Штаты Америки. И когда мы готовили эту программу, мы со всеми этими коллегами работали, и коллеги нам очень помогали по всему миру, и они очень открыты, и они очень рады за то, что мы вошли вот в эту вот систему подготовки специалистов по сенсорному анализу. Мы не единственные, потому что во всех ведущих университетах мира эта программа есть. В нашей стране это впервые, и мы не то, что мы очень рассчитываем, мы просто абсолютно точно знаем, что с нами весь мир, и они ждут наших первых студентов для того, чтобы мы могли их учить вместе. Ну что ж, я бажаю вам дійсно гарних, зацікавлених піонерів цієї справи в Одесі, в Україні, і успіхів вам у цьому напрямку. Нагадаю, що в гостях у нас сьогодні були завідуюча кафедрою технології вина та сенсорного аналізу Одеської національної академії харчових технологій Оксана Ткаченко та декан факультету технології вина та туристичного бізнесу Академії Ганна Саркісян.